Число отдыхающих, приехавших в Крым на поездах, выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Краткие итоги завершившегося летнего сезона подвел Сергей Аксенов на своих страницах в социальных сетях. Он признал, что в целом поток туристов на полуостров уменьшился. За минувшие 3 месяца в республике отдохнуло 4 миллиона 200 тысяч человек, что на 19% ниже, чем годом ранее. Далее цитата. Всего за январь-август 2022 турпоток в Крым составил более 5 миллионов 260 тысяч туристов. 83% приехали по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 17% – по железной дороге. При этом количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза, отметил Сергей Аксенов. В пресс-службе компании-перевозчика Grand Service Express пояснили, что только за 3 летних месяца поездами «Таврия» воспользовались 1,5 миллиона человек. Причем в августе количество пассажиров побило все рекорды – 553 тысячи, что на 77% больше, чем в прошлом году. Вырос и автомобильный трафик по Крымскому мосту. За первые 8 месяцев 2022 года Керченский пролив пересекли 1 миллион 208 тысяч транспортных средств, заявил министр транспорта республики Вадим Волченко. Тогда как в прошлом этот показатель составил 1 миллион 165 тысяч. Очевидно, что все эти цифры – результат временной приостановки авиасообщения. Напомним, аэропорт Симферополя закрыт с 24 февраля. Тем не менее, впереди бархатный сезон. Добро пожаловать в Крым, резюмировал свое сообщение Сергей Аксенов.